Продолжаем движение в сторону Новосибирска. За спиной Омск. 16-я серия. Маршрута Москва Кемерово. С левой стороны железная дорога на разном расстоянии от 500 примерно до 3 километров и станция Ивановка. Других населенных пунктов пока не наблюдаю. Я имею в виду на карте. Полотно дороги в основном хорошее, даже отличное. И обочина, и горизонтальная разметка, редкие рощицы. Так место достаточно открытое. Очень красиво из окна автомобиля смотрится панорама. Радиообмен не очень интенсивный. Движение, интенсивность достаточно слабенькая. Но это, возможно, объясняется тем, что вроде бы суббота, субботний день, день недели. Движение в основном прямолинейное, каких-то крутых поворотов на участке Омск-Новосибирск нет. Так, какой-то ремонт дороги, по всей вероятности. Прошла информация на канале «Тормозим». Но судя по тому, что пропала разметка, идет ремонт полотна дороги. Но на открытом месте связь достаточно... Связь достаточно на большом расстоянии.
5, может быть, 10 километров. Это слишком много. Судя по тому, что идет колонна, значит, там проезжая часть сужена до одной полосы. Дожидаемся своей очереди. Вообще встречная пробочка приличная. Обгоняю исключительно для того, чтобы снять панораму. Значит, с правой стороны озеро Закатино, достаточно большое озеро. С левой стороны небольшое озерко, но оно безымянное. По крайней мере, на карте названия нет. Ну вот полотно дороги черное, ночью тяжело, конечно, будет по ней ехать, если нет разметки. С левой стороны озеро Иваново, но оно, по всей вероятности, сухое, потому что не видно водной глади, не видно на поверхности. Впереди населенный пункт Белихта, такое же название у озера. Это примерно
километре, примерно в километре от трассы с правой стороны. Далеко с левой стороны озера Малый Артуган. Малый Артуган. Еще дальше по ходу движения станция железнодорожная станция Чаны. Недалеко там же озеро Сарыбалык и деревенька Маховое. Никаких особых таких достопримечательностей я не вижу. В прошлой серии я оговорился, сказал, что на расстоянии от Омска 200 километров до мотеля Омич порядка 80 километров. До него еще не доехали. Но это одно из самых лучших мест для отдыха. Если двигаться с востока на запад, то в 80, примерно в 80 километрах от Новосибирска этот мотель, или в 80 километрах, не доезжая до Омска. Если двигаться на запад, то в 80 километрах от Омска. Впереди камера, ограничение 90. Ну вот, не знаю, совпадет картинка или нет. Вот. Вблизи населенного пункта, ну, деревня Брехта, вот этот мотель. Мотель Омич. Запишите координаты и можете быть уверены, что лучшего места, ну, вот, найти очень трудно в России. Еще раз скажу, что это одно из лучших, если не самое лучшее место. В мотеле «Уют» висело объявление, что местные жители, ну вот из Белихты, к примеру, не обслуживаются. Висело объявление такое, и мне однажды посчастливилось, удалось пообщаться
с собственником, с владельцем этого мотеля. Вот. Он сказал, что на самом деле тяжело было на первом этапе добиться того, чтобы местная алкашня там не появлялась. Потому что место-то очень такое аккуратное, очень комфортное. И вот пьянь разная приходила там, портила настроение и посетителям. А многие же ехали с детьми, там путешественники и так далее. Вот. Все это отпугивало посетителей. Но вот ему удалось решить проблему с тем, чтобы не обслуживать вот эту категорию людей. На самом деле мало интересного, мало хорошего. Люди едут несколько суток, останавливаются с семьей, чтобы отдохнуть, как-то набрать сил, но появляется пьяное братье, ну, сами понимаете. Так что это одно из самых лучших, если не самое лучшее место в России на трассе. Так, справа по ходу движения, примерно в 2-3 километрах, озеро Мочалы, с правой стороны. С левой стороны, далеко, правда, поселок, я не знаю, наверное, деревня Кашкуль, озеро Большой Кашкуль и озеро Малый Кашкуль, два озера, вот таких небольших. И с правой стороны Айскула, Айскула. Ударение ставьте сами. Несколько слов про мотель Омич. Мотель Омич. Значит, и парилка, и баня, туалет, магазины первой необходимости, продуктовые магазины. И что меня особо порадовало, меню в буфете, меню в кафе. Когда подошел, увидел меню, там первых блюд, ну, было порядка 40, может быть, 50 названий. Я подхожу к кассирше и спрашиваю, а что из этого списка есть? Она говорит, все есть. Я говорю, наверное, недельной давности. Она отвечает, что на ваших глазах это все будет готовиться. То есть полуфабрикаты в холодильнике, огромный выбор выпечки, компоты, огромный выбор вторых блюд. Ну, в общем, мне очень понравилось, и цены невысокие, и огромный выбор. Можно взять как жареное, так и пареное, какое хочешь, на любой желудок там можно взять еду. Я заходить в буфет не стал, хотя можно было бы проехать, показать территорию эту, но поверьте на слово, там постоянно порядка, может быть, ну, десятка, два, три большегрузов постоянно находятся. Одни уезжают, другие приезжают, останавливаются на отдых. Огромная территория заасфальтирована. Стоянка бесплатная днем. Ну, кто остается на ночь, там порядка, сейчас уже не помню, 60 рублей, по-моему. А те, кто останавливается в гостинице при вот этом отеле, стоянка бесплатна. Все под видеонаблюдением.
можете быть уверены, что если с семьей передвигаетесь, то здесь вы и хорошо отдохнете, и сил наберетесь. То есть рекомендую. Далеко впереди населенный пункт, ну деревенька Тебис. Тебис. Или Тебис. Ну, название вот не совсем привычное. Ну, не знаю, почему вот у меня в памяти не очень много вот таких придорожных мотелей, кафе, столовых и прочее. Вот в Омской, Новосибирской области, вот между Омской, ну, в Омской области я вот назвал два. Мотель «Уют», там же мотель «Три семерки». В «Трех семерках» не был, но в мотеле «Уюте» был. Вот, потом далее... В Иркутске уже... В Иркутской области... Примерно тоже 70-80 километров от Иркутска на запад. Наш дворик называется... Потом на границе Бурятии и Хабаровского края. Ну, может быть, еще 2-3 названия, сейчас просто пока не могу вспомнить, которые как бы остались в памяти. И когда двигаешься, видишь, вспоминаешь. Могу поделиться, ну, вообще-то антиреклама это будет называться, хотя я рекламой не занимаюсь, но на трассе Амур, это вблизи поселка поселок городского типа Ерофей Палыч, на трассе стоит организовано кафе, площадка. Первоначально она была такая рыхлая, земляная, потом заасфальтировали. Там, например, дважды останавливался и дважды закаивался, зарекался снова туда заезжать. Я уже как-то в некоторых видео уже об этом говорил. Там хорошие, симпатичные девочки, молоденькие, но они готовить не умеют. Но они, например, печеньку жарили на масле, на котором до этого жарили рыбу. Ну, представляете, какой вкус у печенки, у печени, как правильно сказать. Так что я, например, там больше не ногой. Далеко справа озеро Большое Щучье и озеро Лопушное. Других каких-то достопримечательностей, например, деревни или еще что-нибудь, я не вижу. Но вот работает радар-детектор, предупреждает, что за дорогой ведется видеонаблюдение. Ну, стоят камеры. Так что
Будьте предельно внимательны, если не желаете получить письмо счастья, то соблюдайте обязательно скоростной режим. С правой стороны озеро черненькое. Такие вот названия. Эта серия закончится тогда, когда остановлюсь на ночевку, на привал. Это возле населенного пункта Чулым. Прямо на трассе стоял пост ГАИ, но его упразднили давно. Я еще захватил, когда он действовал, когда работал. Но по каким-то причинам его закрыли. И на этом месте организовали очень хорошее придорожное там кафе, мотель, гостиница, баня. Ну вот, огороженная забором стоянка для тех, кто останавливается на ночь. Ведется видеонаблюдение, контроль за территорией. Она небольшая стоянка. Вот внутри, огороженная забором. Но я, например, насчитал, что ночью остановилось порядка 15 маленьких машин. И, наверное, ну, с десяток больших грузов. Плата 50 рублей была. Конечно, ни о каких чеках, ни о каких квитанциях речи быть не может. Но мне, например, понравилось. Я вполне доволен. С левой стороны по движению на разном удалении проходит железнодорожная ветка. До нее примерно, ну, от километра до 3 километров примерно расстояние постоянно меняется. Впереди по ходу группа озер, озеро Песчаное, озеро Печаткино, озеро Князево и большое озеро . Ну, название не знаю какое. Также с левой стороны река Козык.
Справа по ходу деревня Устьянцево, озеро Жилое и озеро Груздинское. С левой стороны озеро Славское. Озеро Сладкое. Так, и станция. Не станция, а деревня Кирзинская. Сериал «Москва-Кемерово» постепенно подходит к концу. Осталось примерно, ну, может быть, две, но максимум три серии. Буду рад, если видео кому-то понадобилось для поездки. Затем начну размещать видео на втором аккаунте уже без ускорения. С оригинальным аудиосопровождением. Ну, это чисто для того, чтобы полюбоваться природой, панорамой. Потому что на ускоренном видео это не особо и рассмотришь. Но предварительно закончу размещать видео Мурманск, Москва. Работает радар-детектор. Так, получил только что сообщение. Антон Изотов написал: как-то странно проехать всего 150 километров и уже первый ночлег. Я проезжал 1000 километров в сутки до ночлега. Что это такое? А, это... это видео Мурманск, Вологда, Москва, которое я обещал. Которое я обещал продолжить вот по завершении вот этого видео. Интересное сообщение. Ну, 1000 километров в день проехать по незагруженной трассе от Мурманска в сторону Питера. Ну, это великое дело, конечно. Мне один человек, ну, попутчик, мы ехали в поезде, рассказал однажды, что от Волгограда или от Ростова доехал до Владивостока за 4 дня. Когда подсчитали с ним расстояние, время, вот получилось, что средняя скорость у него была за 200 километров в час. Средняя скорость, значит, на отдельных участках скорость достигала 300 км в час. Ну, только его нужно учиться.
Что такое 1000 километров? Ну а если серьезно, я стартовал из Мурманска уже во второй половине дня. Вот этим объясняется такое расстояние. Ну и потом нужно объясняться, какая цель стоит. Проехать как можно быстрее или же как можно бережнее к автомобилю. Сейчас удивительно, по телевизору показывают трассу Амур, значит, дорога резко обрывается, упирается в лес. Я, кстати, был на этом участке, вот, интересное место, но основная магистраль проходит в другую сторону, но вот такой интересный момент есть. Дорога уперлась в лес. Я был здесь, да. Это канал РЕН-ТВ, программа «Военная тайна». Временами дорога ровная, как стрела. Прям уходит на карте и бог знает куда. Кстати, вот развязка, которую проехали или подъезжаем, я не знаю, такая мощная развязка, это поворот на город Барабинск. Я в городе не был, останавливался на ночевку на трассе. Пока перебрасывал видео, замучили эти предложения по радио, предлагали отдохнуть, ля-ля-то поля. Вот этим мне запомнился отдых на трассе близ Барабинска.
открытое место. Какие-то пашни, не знаю, используют их или нет. Я имею в виду обочину слева и справа от трассы. С левой стороны озеро Подгорное, озеро Каенка, озеро Лебяжье. С правой стороны деревня Новогутово. Ну и все, пока ничего примечательного нет. Если не считать то, что с левой стороны город Барабинск. Ну, там же, ну, это большой город. Там я не был, не заезжал.
Ну вот, Датакам предупредил об ограничении. Значит, контроль за дорогой ведется. И вот я двигаюсь где-то 85, но меня обгоняют уже больше, чем 90. Ну, думаю, ребята получат письма счастья. Две машины сейчас меня обошли. Населенных пунктов не видно вблизи трассы. Вот работает радар-детектор. Думаю, ребята попали капитально. Был один интересный случай вот здесь, на этой трассе между Омском и Новосибирском. Я двигался, но сработал радар-детектор. Ну, значит, стоит где-то ГИБДДшник. Я снизил скорость. Ну, такая колонна небольшая идет, это 5-6 машин. Вдруг смотрю, сзади меня каблучок включает левый поворот и идет на обгон. Я тоже включаю левый поворот и торможу его. Смотрю, он прячется опять. Ну, возвращается на свое место. И проезжаем буквально там метров 500, наверное. Стоит машинка, стоит инспектор. Дальше уже за инспектором, за поворотом он меня обогнал. И мигал аварийкой, ну, наверное, полминуты. Просто парень мог попасть капитально. Слева по ходу озера Марково. Справа канал. Справа канал Кожурлинский. Кожурлинский. Не знаю, что это такое. Канал Кожурлинский примерно в 3 километрах справа. С левой стороны тянется железка, железная дорога. Станция Кожурла. Ну, скоро мы будем переезжать железную дорогу. Эстакада будет. Станция Кожурла. С заправочными станциями и карманами для отдыха
дорога не избалована, но и не заброшена. Увидев на видео, можете записать координаты понравившегося места. Можете заехать вот на стоянку возле поворота на Ну, на повороте на Тюкалинск, на Барабинск. Возле поворота на Барабинск можете заехать, посмотреть, оценить. Там охрана ведется, видеонаблюдение. И так, для запаса какого-то. Наступает вечер постепенно. В принципе, можно было бы, не в принципе, а вообще можно было бы доехать на ночевку к тому месту, где я вот останавливался на маршруте Москва-Томск. Но, по правде говоря, особого желания не было туда заезжать. Сами видели, в каком состоянии территория, но не было желания. Поэтому остановился возле Чулыма. Можно было проехать и примерно в 40 километрах от Новосиба. С левой стороны тоже есть место для ночевки. Там очень хорошо готовят девочки, очень вкусно. Очень вкусное пюре картофельное у них было, просто объедение. Кстати, до Чулыма будет еще пару мест, где можно остановиться на ночевку. Кстати, автобусное сообщение между Новосибирском и Омском всегда там останавливаются. Ну, люди выходят по нужде, просто размяться немножко. Это примерно в километрах в 200 от Новосиба. Еще раз напоминаю, не злоупотребляйте скоростным режимом. Дорога под контролем. Под контролем видеокамер, фотофиксации. Железная дорога с правой стороны примерно в 2 километрах. Там находится железнодорожная станция Клубничная и одноименный
населенный пункт, ну, по всей вероятности, деревенька. Потому что рассмотреть что-то такое более-менее значимое, ну, я не вижу таких промышленных каких-то зон, ну, деревенька, короче. Несколько лет тому назад, проезжая по этой дороге, наблюдал рано утром, наверное, часа 4, может быть, 5, вот видел такую картинку, наблюдал, но светло уже было, как слева направо дорогу перебегал кабан, за ним свинка и маленькие такие поросята, ну, примерно метрах в 100. Примерно, да, метрах в 100, в 200 метрах я притормозил, семейка побежала слева направо. Такая картинка была потешная. Даже где-то, по-моему, на видео есть этот эпизод, этот фрагмент. Ну, это был, по-моему, маршрут Москва-Новосибирск, вроде бы. Ну, точно утверждать не буду. Может, Красноярск, может, Иркутск, но, по всей вероятности, Новосибирск. С большей вероятностью. Иногда попадаются в кадр дикие животные. Например, лось попадался. Медвежат не встречал, но следы их нахождения на трассе видел. Но это, по всей вероятности, было в Карелии. Да, по всей вероятности, там. Замечательное место Карелия. Железная дорога максимально приблизилась к трассе. Ну, наверное, метров 150-200. За деревьями не видно ее, правда. Так, с правой стороны, но уже на отдалении, Убинское, но поселок, может быть, не поселок, а поселок городского типа. Есть улицы Пролетарская, Весенняя, вижу там строения такие, промышленная зона. Там же находится озеро Малое Убинское, озеро Большое, озеро Таташкино.
и станция железнодорожная Убинская. Вот железная дорога уходит вправо, вернее, мы уходим влево. Вот все дальше и дальше от железной дороги. Ну вот, например, с этого участка, с этого места для до Убинского, ну, километра, наверное, 4-5. Уже давно наступило состояние второго дыхания. Усталости не чувствуется. Ну, слегка иногда пошатывает, когда выходишь на заправки или осмотреть автомобиль. Легкое пошатывание. Ограничение 90.
подавляющих кафе придорожных, вот имеется столовки там и так далее, мотелях, в подавляющем большинстве достаточно чисто, так, опрятно, скажем так, цивилизованно. Продукция вся на витрине, под какими-то салфетками прозрачными. Ну, в общем, культурно, скажем так. Отпрыгаю с 5-е на 10-е. С левой стороны озера Большая Кашкаба и населенный пункт Филина. Я думаю, вы уже распознаете работу радар-детектора. Всегда срабатывает рефлекс, когда слышишь пиканье радар-детектора, автоматически сбрасываешь скорость. Железная дорога идет параллельно, примерно в 300-400 метрах. Станция Груздинка. Груздевка. Ну, Груздев, наверное, много грибов. Места. Очень много небольших таких рощиц, очень много. Ну вот, наверное, самое грибное место. И солнца достаточно, и защищены от ветра, от холода. Ну, я так думаю. Справа далеко станция Каргат, ну и населенный пункт Каргат. Вижу название улиц: Советская, улица Воровского, улица Ленина. Ну, достаточно крупный населенный пункт. Будем переезжать реку Каргат. Извилистая река и довольно-таки большой протяженности. Thank you.
постепенно темнеет. Ну, вот постепенно подъезжаю к Чулыму. Где остановлюсь на ночевку. До Чулыма совсем недалеко. Вблизи Чулыма находится населенный пункт Иткуль. Озеро такое же. Такое же название Иткуль. Озеро Рямское. С правой стороны, с левой стороны озеро Ситное. Населенный пункт Красновка. Ну и так далее. Вот обочина светлым гравием. Вымощена хорошая разметка, четко видна и боковая полоса, и разделительная. Уже на горизонте появились огни Чулыма.
вас ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Ну, это старая информация, потому что впереди бывший пост ГАИ. Сразу заезжаю во внутренний двор. И останавливаюсь до утра. Ну все, до следующей серии.